рассольник с мясом, капусту тушеную с грибами, вот, сырники и компот из сухофруктов. Полноценный комплексный обед для волонтеров. Все блюда готовят в столовой Самарской транспортной компании. Первое, второе, десерт и компот. С таким питанием сил на добрые дела точно хватит, признаются волонтеры. Волонтеры работают в две смены. Смена примерно по 6 часов. Соответственно, волонтерам необходимо питание. И волонтерам очень приятно то, что их кормят, то, что о них заботятся. И они ощущают эту самую поддержку, то, что они не одни, а то, что мы все вместе. Самарский штаб акции «Мы вместе» работает в городе месяц. Добровольцы активно помогают всем, кто обращается за помощью. Доставляют продукты, лекарства, оплачивают коммунальные услуги. Оператор городских автобусных маршрутов поддержал всероссийскую акцию. Обеспечил волонтеров не только горячим питанием, но и бесплатным проездом. Волонтеры акции «Мы вместе» имеют право бесплатного проезда во всем подвижном составе нашего транспортного предприятия. Кондукторы, водители проинструктированы. При входе волонтера он предъявляет справку о том, что он является волонтером, либо транспортную карту. Все кондукторы, водители проинструктированы, ни в коем случае не высаживаем и помогаем, участвуем в этой акции «Мы вместе». Поддерживать добровольцев транспортная компания продолжит на протяжении всего времени действия всероссийской акции. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов. События.